Женщина зарабатывает больше, может ли быть счастливая семья? Может, если женщина, при этом зарабатывая больше, не конючит. Кто задал вопрос? Не вижу человека. Ну, зарабатывает женщина, зарабатывает больше. Какая проблема-то? В чем проблема? Уважать мужчину? А я спрашиваю, она может при этом уважать мужчину или нет? Не получается? Ну, зарабатывайте меньше. Зарабатывайте меньше просто. А? Просто возьмите, зарабатывайте меньше. А денег не хватает. Вот это уже другой вопрос. Это называется жадность уже. Смотрите, вот в чем проблема. Почему женщина больше зарабатывает? Потому что жадность. Женщина хочет больше денег, больше, чем ей положено по судьбе. Она не вкладывает мужа, а хочет иметь деньги сама. Не в мужа вкладывает свою любовь, и он как бы растет, становится сильным и больше зарабатывает. А она сама хочет зарабатывать, означает жадность. А если жадность, тогда счастья уже не будет. Ясно, что это страсть. И ясно, что мужа мы не будем уважать при этом. А просто возьмите меньше зарабатывать. Сразу смотрите, больше времени на духовную практику, молимся за мужа, муж расцветает, потом зарабатывает больше денег. Если муж ушел и предлагают руководящие должности вам, да? Что делать? Больше заниматься работой над собой, отказаться от руководящих должностей. Еще предлагают. Но вы работаете где-то? Ну, работаете там, что, какие проблемы? Ну, перейдите в другую. Ну, пусть будет руководящая должность. Можно? Женщина, она, знаете, руководит, она может руководить, но при этом она не будет париться. Если женщина молится Богу, она говорит: Василий Петрович, ты это будешь делать, ты, Иван Федорович, это будешь делать, вы все будете вот это делать. Я и пошла домой. До свидания.